Приветствую вас, и данная реакция вполне нормальна в качестве проявления эмоционального переживания. Эмоциональное переживание может свидетельствовать о двух моментах. Первый момент заключается в том, что человек потерял любимого и не может больше быть с ним. Это, конечно, не очень приятно, и отсюда несложно сделать вывод, что разрыв дается тяжело. Отчасти это психотравма. Такая небольшая, но все равно психотравма. И нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, и потом тяжело начинать новые отношения. То есть это своего рода изменение, изменение в жизни человека. Если любимый человек не отвечает взаимностью, то здесь уже обида. Если обида, это другой момент. Момент более личный. То есть вот человек испытывает симпатию другому, хочет быть с ним, но не понимает, почему это не получается, и начинает себя жалеть. То есть, по сути дела, плач означает жалость к себе, означает кризис в попытках наладить отношения, и означает, что человек не получает, по сути, того, что он хотел бы от отношений, от любимого человека. Не получает. И отсюда возникает фрустрация. Эмоциональное переживание, связанное с невозможностью получить желаемое. И это заставляет человека испытывать подобные чувства. Заставляет его плакать. В принципе, на ваш вопрос ответ был дан. Можно сказать еще, что плач означает высокую чувствительность человека. И также плач означает, что человек эмоционально сильно вовлечен в отношения с этой девушкой. Она для него, прошу прощения, важна очень. Но нужно понять, какую направленность имеет важность. Потому что если человек для себя хочет быть девушкой, то это в некоторой степени эгоистично. Если человек хочет быть для нее, то тогда нужно ответить на вопрос, а что, собственно, лучше девушке? Ведь при искреннем отношении к ней есть желание сделать человека счастливым, да ее счастливым. Если этого не происходит, значит она несчастлива. И значит, при ее нежелании быть с мужчиной, это означает, что без него она будет счастлива. И если человек любит ее искренне, то, соответственно, будет счастлив хотя бы потому, что счастлива она. Так вот, при искреннем ощущении любви проявляются эмоции. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго. Желаю вам принятия верного решения. И до свидания.